Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонисакур, мы начинаем прохождение игры под названием Resident Evil 7 Biohazard. Элли, тебе отдельный привет, спасибо огромное за то, что подарила эту игру. Ну что, ребят, погнали? Значит, с New Game. Тут я настроечки делал, вот смотрите, кстати говоря, у меня есть легкий, как обычно, и безумие, но у некоторых я видел, что есть только легкий и как обычно. Это странно немножко, погнали. Привет, милый. Хотела поздороваться и сказать, как я люблю тебя. Отличные новости, скоро я вернусь домой, ура! Так. Красиво, кстати. Поскорее бы разделаться с этой работой. И вернуться домой к любимому мужу. Скучаю по тебе. Я по тебе тоже, зайка. Мне надо работать. Я люблю тебя, Итан, и мне что-то там. Посылаю тебе 1000 поцелуев. Муа, да. Пока, детка. Ну да. Так это ж она. Смотри, женские руки. Кряхтит. Моя камера, веб-камера на этом ноутбуке. Смотри, с ней что-то не то. Итан. Да. Ты был прав. Я солгала тебе. Нельзя было, но... Одно скажу. Если ты это получишь... То что? Не приезжай. Я понял тебя. А куда она ехала? А что? Надо поподробнее. А что такое? Что-то явно пошло не так, да, ребят? Что-то пошло не так. Сейчас мы с вами узнаем, что... Привет. Эй, это Итан. Эй, ты как? Вчера ночью ты просто взял и исчез. Да-да, нет, со мной все хорошо. Дело в Мии. Она не погибла, она жива, она вернулась. Они нашли ее? Как? Что случилось? Я не знаю, как, но она вернулась. Она как-то вернулась. Что за странность? Может, это розыгрыш, но она просит за ней приехать. Где она? Долви. Далви, Луизиана. Но ведь 3 года прошло. Я знаю, а что, если это она? Я должен выяснить, что произошло. Вы что-нибудь поняли? Я, например, ничего. То есть, я Итан, то есть, это я ее парень или муж. Она пропала 3 года назад. И я, типа, не уверен, что это она. Ну, а кто еще мог, если не она, отослать сообщение? Видеосообщение. Наручничок поставили, передачу выключили, ключик повернули, все хорошо. Вылазим. Так, значит, я Итан. Все, я Итан. Превращение в Итана. Это здесь. Вот такая вот машина это. Ух. Я вот такую же хочу, вот, ребят. Вот чисто вот такую вот хочу, только черного цвета. Вы представляете, моя скрытая мечта. Так, смотри, дальше нас не пускают. Мы попали в какой-то лес. Графика здесь, конечно, маленько мутная. Я все пытался исправить. Тут вообще, ребят, мутатень какая-то была. Это жесть, но я справился с этим. Так, мухи. Вы от чего, мухи? Странно. Может, это какие-то осы? Может быть, здесь есть гнездо? Осматривать с тобой будем все. Не будем просто так проходить. Так, нажмите что? В, чтобы посмотреть поставленную задачу. Найдите Мию. У нас есть с вами карта. Вы представляете, мы не так давно демку с вами проходили, а теперь мы играем в полную версию. Да, я знаю, что я прохожу, начал проходить ее самый последний, но что поделать. Не я такой, раз такой. Так, в кусты можно пройти? Нет. Итак, это значит огромный какой-то особняк. Скорее всего, это тот самый, где мы были в демке. F. Алло? Алло? Никого нету дома, походу. Вот, черт говорит. Ага, вот, смотри. Ну, конечно, ключи. Надо ключи, это по-любому. Так, хорошо. Сюда как-нибудь можем? Нет, не пускает. Ладно, тогда... Вот оттуда мы пришли, и вот нас прям ведут на эту тропинку, да? Ты посмотри, а выглядит как будто, да, это 2 разных дома. Он там типа сосед, а это все один огромный особняк. Охренеть. И мы там с тобой будем ходить. Ну это жесть какая-то. Так, shift бегать. Понял. Не, ребят, я очень рад, что все, мы играем в полную версию. Так, машина. Фургон, кстати говоря. Симплогон какой-то. Симплогон.
А вот это вот, ребят, кстати говоря, это же эти треноги, штативы для видеокамеры. А мы с вами в демке смотрели кассету. Может быть, это, смотрите, какая... О, F. Ну-ка. Путем. Никого нет. Так, что это? Вращать. Так, аллигаторы в канализации, 17 серия. Предполагаемый проект. Проградитесь так, в лузианский дом с привидениями. Присоединяйтесь. Join us. Окей. А кто это там? Смотри, смотри, вот этот правый, по-моему, вот почему-то центральный похож на этого. Андреон, или как-то так его звали, по-моему. Которого на трубу-то насадили. Ха-ха, что за жесть там, конечно, была. Прямо ртом. Так, что это? Прими ее дар. Окей. Хорошо. Если хорошо попросите, все, приму. Опять мухи. Так. Окей. Вот он вот так вот делает. Это, короче, я так понял, как будто воняет. Значит, там какие-то трупы, но слишком замылено как-то все внизу. Я нормально ничего не могу такого разглядеть-то. Ну, в смысле, все одного тона. Опа! Знаешь, кто это? Это, походу, тот мудак, который в демке нас имел во все щели. Когда мы пытались закончить там это, ну, сбежать и так далее. А может, это и дружок какой-нибудь другой. Так, смотри, дом находится, это, я так понял, это же болото. Дом на болоте. Отлично. Вопрос у нас в другом. Зачем сюда поехала Мия? Какая у нее была работа, когда она, типа, отправляла первое это сообщение, где она была в нормальном состоянии? А потом нам отослала сообщение о том, что, типа, ни хрена себе тут копыта. Пилы висят. Ой, тут кого-то жрут. О, нормально. Пойдет, но не так страшно. Что это? Фу, блядь. Ну, короче, это... Я не понимаю, вот это вот, это камень вроде, а это... Короче, жрали они там кого-то. Смотри, а, я думал, пещера какая-то. Так, присесть. Вот знаете, в реальной жизни, если бы вы такое увидели, я думаю, вы бы не полезли. Это по-любому. Это 100%. А я бы полез. Ну, ладно. Каждый бы из нас, наверное, полез. Узнать, а что же там такое, правильно? Сейчас мы узнаем, что там такое. Так, ну пока что нас ведут по одной тропе, поэтому я не вижу, что куда-то здесь можно свернуть. Звуки выкручены у меня на максималочку, чтобы звуки вы слышали отлично, не только я. Так, вниз. Вниз же? Оп, аккуратно. Лужа. О, смотри, какой-то мусор горит. Опа, что это? Сумка. Так, внимательно осмотреть. Водительское удостоверение. Так, ну, я понял. И что? И все? А как посмотреть? А, вот, открыть рюкзак. Так, водительское удостоверение Мии. Покрыто непонятным черным веществом. Так, распечатка электронного сообщения от вашей жены Мии, которая пропала без вести 3 года назад. Жена. Ясно, не девушка, жена. Черным веществом. Я смотрел, как другие люди проходили, ну, эту демку, там концовка же была, обновление, и там был какой-то подвал, и там, короче, какая-то страшная габризла черная вылазила. Слушай, вот это место, как на записи было, вот эти качели. Работают? Работают. Ну вот, и вот здесь вот они заходили. Хера не скрипят. Ну, эти два-то, репортеры или кто там они. Баллон. Что это такое? Что-то там... А, это, знаешь что? Это катушка для проводов, я так понял, перевозная. Так. Эй. О, фонарик дали. Зашибись. Так, двери за нами закрылись. И выйти мы... Тяни. Нет. Выйти мы с вами не можем. Черт говорит. В натуре. Так. Открыть дверь. Здрасте. Какие-то вот такие вот мерцания какое-то на полу. Я так понял, это что-то пытается отражаться, но оно не отражается. Здрасте. Ну вот, мы с вами попали реально в демку. Вот здесь вот лежит кассета, насколько я помню. Так. А, это капает это, я понял. Закроем. Давай. Окей. Чтоб на нервы не действовало. Вон эти червяки ползают. Вообще нормально. Здесь ворона у нас лежит. Да. Здесь у нас всякая параша будет.
Может, что добавили, кстати говоря, надо осматривать теперь конкретно. Фу, блядь. Это все так и не мог понять. Это чьи-то кишки, по-моему, замаринованные. Так, отмычки нету. Я тоже видел, что вот здесь вот лежала отмычка. Так, что вот. О, смотри-ка, что-то есть. Более 20 человек пропали без вести 2 года назад. Нормально. Да что такое? Хватит это цеплять. Так, что вот здесь? Опа, фотография. Вращать. Что? В смысле? Поворот такой ужасный. Так. Девочка. Девочка, то есть это будет у нас загадка, кто она такая. Так, здесь что-нибудь добавили? Может, отмычка какая валяет? Да-да-да. Это все-таки до сих пор так же отвратительно. Хоть тарать. Идиот, ты в чужом доме. Хули ты орешь? Так, здесь ничего нету. Тут вроде тоже. Ничего там не добавили такого, что открывалось бы, типа, дополнительные ящики или еще что-то. Ну, хорошо. Так, наша задача найти Мию. А вот это уже интересно, потому что такого в демке-то у нас не было. Здесь был палец. Здесь теперь какая-то параша, но она и была, наверное. Так, пошли наверх. О, человек-мешок, здорово. Давно не виделись. Так, здесь у нас лестница. Но она опускаться, соответственно, наверное, не будет, да? Не работает. Да, нам надо найти предохранитель. Где его искать? Я его, кстати говоря, в своем прохождении не нашел. О, видеозапись заброшенного дома. Видите, куда ее переместили? А это что такое? О, сохранение. Отлично. Да, хочу сохраниться. Так, книжка. Не почитать. Все. Вроде осмотрели. И здесь манекены были, но их теперь нету. Ну, это на самом деле и хорошо, потому что, ух, они мне тогда один манекен чуть до усрачки не довел. Так, сколько времени? Они не работают. Они работают. А почему этот маячок не болтается? Так, короче, 15 минут 11. Окей, хорошо. Картины-то новые добавили? Нет. Здесь у нас с вами висели куклы, но их тоже не имеется. Все так же заколочено. Здесь у нас должен быть телевизор. Да, вот он стоит. Но здесь что-то у нас чешется. Так, фотографии добавили. Так, чьи-то ноги и какой-то мужик. Возможно, этот маньяк. Дед который. Девушка. Но я не знаю, я не уверен, что это может быть Мия. Смотрите, какой поворот странный. Я вращаю мышку. Какой-то дебильный поворот вокруг себя. Так, вот сюда вот надо, да. У меня нету, соответственно, убираем это. Так, пианино не будем играть, потому что оно падает. Так, подожди, а вот сюда я могу спуститься? Во, разведано, смотри-ка. Я думал, запись обязательно надо смотреть. Так, но запись надо обязательно смотреть, чтобы найти отмычку. Вот они, бейкеры. Похоже, это владельцы. Не, ну красивые, красивые. Мужик такой суровый. Видно что сразу, что бейкер. Моя кровь. Так. О, смотри, еще что-то. Какая-то тюрьма. А, я помню, в подвале, где эта тварь вылазила в черном, ну, в черном. Черная такая. Вот там вот это все происходило за такой решеткой. Так, давайте посмотрим запись. Да, я хочу ее вставить. Погнали. Но здесь вроде, кстати говоря, даже ничего не написано нового. 2017. О, 1 июня 2017. Бух. Да, страшно. Мужик, я ожидал тебя. Так. Отвали, Пит. Сколько я только работаю с профессионалами. И, кстати, позаботься, чтобы в этот раз со звуком все было хорошо, а то будет как тогда. Может, хватит? Два года прошло, типа. Вот еще. Ну, лучше бы они на задержку субтитров сделали. Новичок? Что-то он мне не нравится. Ты опять за свое? И, типа, ходят какие-то слухи о том, что можно увидеть призрака. И я его вижу, кажется, ребята. Потому что, обратите внимание... Ветер. Где ветер? Ветра нету. Даже вот эта вот мотня, она не шевелится. А почему шевелится вот это? Вот давайте постоим. Смотрите, она раскачивается, смотрите. Да, смотри, вот как будто вот она жопой-то пытается сбалансировать-то, чтобы это... Она нагинается вот так вот, нагибается.
А вот давай попробуем ее остановить, что будет? Смотри, смотри, ну вот она прямо вот, как будто ее что-то тянет. Стой, остановись. Ой, блядь, что-то звуки страшные. Тихо, тихо. Вот я хочу тебя просто остановить. Ты посмотри, а она продолжает раскачиваться. Ну что за жесть, да? Вот он, этот призрак-то. Смотри. И вот, все, это жесть, я разгадал. Я увидел призрака. Ну, не самого, конечно, призрака. А может, сейчас получится ее увидеть? Они же там дверь проломать будут. Ну что, мотор? Да, мотор. Я запишу кое-что поинтереснее, братан. Ты видишь? Так, отойди. Да, отойди там. Ну, ты покажешься нам? Так, да зачем мы сунулись в ад? Ладно, пошли. Ну, я хочу тебя увидеть, покажись. Кто ты? Девочка или женщина, или мужик? Ну ладно, не получается, ребят. А что, если снова выглянуть? Шифтовать умею? Не, дальше раскачивается. Ну ладно, пошли. Так, просвети меня, Андрей. Вот, Андрей его звали. Заброшена ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Все как всегда. И сколько лет, по твоим словам, здесь уже никто не живет? 3 года. Кланси, сними-ка вот это. Отличная перебивка получится. Итак, семейка деревенщин пропала. Не деревенщин, Бейкеры. Джек и Маргарита Бейкеры. Они были тихими, ну, там что-то. Сын Лукас болтали много всякого, типа дурная кровь. Зачем я только надел свои лучшие ботинки? А во что ты там вляпался? А, ну да, здесь какая-то параша лежит. Так, а что это у меня? Документ по планированию группы видеоблогеров, аллигаторы из канализации, которые мы с тобой видели, как раз их фургон. Так, Андре там у нас уже загнулся. Так. А, мне нужна отмычка, подожди. Она была вот здесь, насколько я помню. Нету. Может быть ее пере... Опа, смотри, птицы нету на этот раз. А тогда на записи она была. Следовательно, надо открывать все. Отмычка лежит где-то в другом месте. Давай. Я должен ее найти. Я должен ее найти. Так, закрыть мне не надо. Это что? В баю замечены призраки. Вот, замечены призраки. Подожди, может здесь? В тараканах лежит отмычка. Мы должны с тобой ее найти. Смотри, тараканов никаких нету. Все хорошо. А что там прям за окном? Там прям за окном именно что-то шумело. Так, где же что-то еще может быть? Может быть, где-то здесь спрятали, или... Я тебе отвечаю. Ну, либо, конечно, перенесли на основной сюжет. Пойдем глянем. Замок как висит, кстати говоря, так и висит. Пойдем глянем. А двери-то закрылись. А кто их закрыл? Ай-яй-яй. А кто их закрыл? Конечно же, тот призрак, который качался на этой качели. Ладненько, пойдем, ребят. Я надеялся, что я найду... А, подожди. На втором этаже там надо глянуть. Последний раз с ним работаю. Может, здесь? Нет, пошли наверх. Поищем там. Мы все, сука, найдем здесь. Сказал я и ничего не нашел, да? Ну, должна же она где-то быть спрятана. Ну ладно. Пойдем. Может, теперь в картинах какой секрет есть? Часы показывают столько же, кстати. И они идут. Опаньки, да? Столько же абсолютно времени, сколько мы сейчас увидели в реальном мире. Там, точнее, в реальном мире. Так, здесь. Ничего не потрогать, ничего не ударить. Ну ладно. Здесь явно ничего нет. Что за хрень, ты слышал? Да. Иди проверь. А вот туда мы не можем пройти? Ну-ка. Андрей? Нет. Андрей, где он? Черт побери. Не знаю. Может быть, она где-то здесь? Предохранителя так и нет. Андрей, where are you, man? На пианино не поиграть.
Это вот аист какой-то или что-то. Так, телевизор не работает, видока нет. Ну давай быстрее, мужик. Мы это все видели. А что лежало тогда в том ящике? По-моему, топор, что ли? Или предохранитель как раз лежал. Я видел, что кто-либо проходил. Угу. Это, блин, что? Шутка такая. Похоже, это те люди, о которых рассказывал Андре. Угу. Коробки, видишь, никакие не открываются. Окей. Ладно, полезли, короче, за ним. Давай. Иди. Здесь тоже ничего не лежит. Нет, походу, отмычку убрали тогда, получается, из именно записи этой. Ну чё, мужик, вон Андре-то стоит. Чё, ты его не видишь? Хочу, чтобы ты заснял. Ну ладно, пошел я, засниму, что ли. А ты оставайся здесь, ублюдок. Так. Ну, какая она долгая. Так. Видишь что-нибудь? Что там внизу? Да вон, Андре на шланг наткнулся. Пытается заработать деньги другим способом. Да, Андре? Так. Да. И главное, посмотрите, у него губы на месте, зубы на месте, по-моему, его турбой вообще ничего не сделало. Учитывая, что его наткнули. Так, все. Теперь мы с вами, получается, вообще ничего, по сути, не видели. То есть запись мы посмотрели. Jesus. Боже. Согласен. А вот это вот кто? По-моему, мы его тоже видели, фотографию. А, значит, погнали. Вот, нам дали, типа, подсказку. А, мы уже это открыли. Все, я понял. Мы идем. Мы идем. Так. Вот, а раньше нам нельзя было вниз спускаться. А сейчас можно? А сейчас можно. Вот оно чё. А стоит ли туда спускаться? Вот в чём вопрос. Блять. Тихо, мужик. Сейчас бы поломаться вначале, да? Так. Так, а вот здесь-то мы не были уже. А вот и кровь, кстати говоря. А вот и та труба. Этого Андре. Смотри, здесь какой-то вообще... Реально, вон, вода какая-то. Плавать придется. Ну-ка. Ой. Глубоко. А ты сесть можешь под водой? Нет, не может. Так, хорошо. Но я надеюсь, тут... никаких тварей-то не будет. Так, пролазим. Откуда это капает? Ух ты ж, блядь. Я тебе отвечаю, сейчас вылезет эта черная тварь. О чем я буду с ней сражаться? Что-то это... О! Ух ты ж, блядь, я ж утонул. Подожди-ка. Это же Андре. Он же был, это, светловолосый, вот такой же. Андре, это ты, братан. Только что-то тебя совсем уж покусали. А с ним сделать-то ничего нельзя? А почему не толкается даже? Ну ладно, хер на него. Не так уж-то и страшно было. Вот, смотри. Это, наверное, пропавшие люди. Что-то все какого-то уже такого, ну, более преклонного. Не, есть и молодые, смотри. И старушки. Ну, скорее всего, рожа этих некоторых разработчиков. Так. Окей. Дверь. И что за ней? Опа, смотри-ка, решетки. А это я случайно не вышел ли в тот подвал? Смотри. Твою мать. Я же ничего не цеплял. Это ты? Нет. Ладно. Хорошо. Что это такое? Смотри, Дэдди написано. Папа.
Папа, что-то написано, я не понимаю. Сандра какая-то. Девочка, мальчик. А, это смотри. А, нет, это девочка, мальчик. Какая-то дорога и... Какая-то стрёмная девочка. Вот написано. Я не могу прочитать. Вот у них то, что написано от руки, это вообще жесть. Лучше попечатать мне. Так, шприцы. Наркоманы. Какие-то. Крюк, который мне очень даже не нравится. Так. Опа, смотри. Мия? Мия? А, выбить... Ага, предмет. Ну, мне нужны какие-то кусачки или тот же самый болторез мы поднаходили тогда. А вот он лежит, кстати, и что-то еще. Болторез. Что это такое? Вращать. Так, F. Бен, мертв. Так, обращен, обращен. Обращена, мертв, мертва. Обращен. Кленси L. Это что значит? Ливнул? Так, а с этой стороны? Мия, вот она. Смотри-ка, не написано, что Мия обращена. Том мертв, обращен. Ага. Ну вот еще люди. Так. Угу. Хорошо, болторез есть. То есть я сразу туда должен пойти и резануть. А что здесь? Мясо вот это вот. Вот я не понимаю, чье это мясо? Я вообще такого мяса в жизни не видел. Что это за часть? Тело даже такая, посмотри. Может, это какие-то мешки просто? А, так это мешок целлофановый, и в нем что-то закручено. Ладно. Но больше я такого ничего не вижу, да? Здесь заставлено, но там явно какой-то, видишь, какой-то проход. Что это? Нет! Ладно. Это у нас типа блок, я так понял, или прикрыться просто. Ну, блок, одним словом. Хорошо, у нас другого выхода нету, как только освобождать Мию. Ну, смотри, она жива, все в порядке, хорошо. Пошли освобождать ее. Смотри-ка, тут тоже какие-то предохранители, может, надо. Так, ладно, давай, погнали. Выбираем, да. На нахер. Мия, детка, я как рыцарь на белом коне пришел тебя спасать. Какая тень стрёмная. Так, что у нее тут есть? Всякие миски, все ободрано. Кошмар. О, сральник. Ну, смотри, здесь ничего нельзя смотреть. Ладно, к Мии пошли. Так. Мия, слава богу, я тебя нашел. Это я. Это Итан. Итан? Итан? Ты в порядке? Зря ты сюда пришел. Что ты хочешь сказать? Ты же меня позвала. Нет, нет, я бы не стала. Что, правда? Ну, правда. Не знаю. А, кто-нибудь тебя заметил? Он, кто еще здесь? Что здесь происходит? Папочка идет сюда. Уходим. Так, надо уходить. Папочка, это этот дед? Маньяк, да? А где она? А вот она. О, Мия. Мия, а куда ты меня ведешь? А, в безопасное место. Так ты мне скажешь, что случилось? Ты пропала без вести 3 года назад. 3 года? Что, правда, так все прошло? Вот 3 года? Мия, у меня все так же стоит, как и 3 года назад. Мия. Вот это анимация. Мия. Ой. Мия. Ты меня завораживаешь, я скучал по тебе. Что это за место? Что они с тобой сделали? Мия, я снизу, если что. Сюда, по-моему. Давай, Мия, я за тобой. Мия, я не отрываю от тебя взгляда, ладно. Это уж пошло слишком. Мия, я не могу. Я не смотрю. Давай в сторону смотреть. Чё она так боится? А, ну в смысле, чё она так боится? Папочки она так боится. Так. Мия, нам надо поговорить. Я когда увидел твое послание... Нет, это не я. Как это не ты? Это не я. Ладно. Но что происходит? Я ничего от тебя не скрываю. А теперь нам сюда. Нет, Мия, это какая-то херота происходит. Ты мне должна вообще, по сути, сказать, что здесь произошло.
Она такая увидела меня и типа как ни в чем не бывало. Мия, ты точно знаешь, куда идешь? Они здесь приносили мне еду, я вспомнила. Мия, так, ладно. Пойдем. Надеюсь, сзади меня там никто не схватит. Нахер, ух. Я аж одеревенел что-то. Так. Не, вроде никого. Ладно, идем. Вот, пришли. Давай. Что там? Ну? Ну, мы на месте. Ну так давай, открывай. В чем у тебя проблема, Мия? Вот у меня проблема, кажется. А у тебя их нет. Я помню эту комнату. Здесь есть другая дверь, я точно знаю. Ну давай поищем. В чем проблема? Вот она. Ее больше здесь нет. Нет. Мы станем одной семьей, раз уж ты пришел. В смысле, блядь? Я и так Бейкер. Нахер. Так. Здесь есть другая дверь. Я уверена. Она говорит, что вот здесь была дверь. Ну, здесь все заколочено. Ну, давай попробуем найти какой-нибудь топор. Е-2-0. Восклицательный знак. Нет, Е-2-0-1. И какая-то старушка. Окей. Хорошо. А что с ней? Мия, с тобой все в порядке? Мия? Надо выбираться отсюда. Побудь пока здесь, ладно? Я пойду осмотрюсь. Так. Ну, короче, да, мы должны найти какой-то, наверное, топор, чтобы прорубить там все. Так, здесь-то ничего нету, вроде ничего. А на столе, подожди, что это? Ничего. Чё-то как-то... Мия, ты странно выглядишь, ты точно не обращена? Так, а здесь у нас куклы какие-то. Что вот это? Вращать. Просто... Ну, она похожа на Мию, посмотри. То есть, джинсы, туфли какие у нее? Назад. А, у нее кеды. Короче, возможно, и не Мия. Не знаю, не знаю, ребят. Так, и вот эта вот маленькая девочка. Тянущая руку. Или тянущая руку. Опа! Так, подожди, что там? Оставь меня одну, Мия. Где? Ага, утащили ее. Значит, смотри, это подвал. Следовательно, здесь, получается, эта мразь ходит. Так, она после себя-то ничего не оставила? Ну, ясно, короче, тупо это. Как его? Утащили ее, и все. Ну ты... Даешь, Мия. Это что за скорость там такая была у монстра, что он просто вынес? Ой, ну вы так любезны, спасибо. Что это нахрен значит? Так. Дождь идет... Ой, молния. Так. Довольно-таки атмосферненько, да, ребят? Телефон. Насколько я помню, когда брали телефон, там тебе сзади кувалды какой-то давали, и ты помирал. Не совсем хочу его брать сейчас. Так, сохранение прошло, отлично. Что это? Карта гостевого домика. F, окей. Открыть карту, V. О, а как, ага. Черный ход, гостиная, кухня, скрытый коридор. А что такое скрытый коридор? А, о, этажи, смотри. Хранилище, склад, вот мы. Ванная. Так, в ванной, по сути, должен лежать пистолет, насколько я помню. Здесь заколочено. Так, что-то там трещит, что это? Ой, а что это такое-то? Аптечка, о! Кто-то ломится. Ну-ка, дверь. А ты можешь дверь закрывать? Молодец. Так, открытое достижение за закрытыми дверьми. Так. А, здесь вода была в туалете тогда. Дождина хлещет. Нету здесь ничего. Это получается... А, вот. Нет, не открывается. Так, ну хорошо, нам дали аптечку. Значит, сейчас какая-то будет заварушка, ребята. Фу, идем. Так, это откроем. Ну что, кто там ломится, мать твою?
Ops. Перестали. Ну и хорошо. Я как-то не особо хочу открывать эту дверь. Так, давай шифтовать. Что у нас здесь? А здесь у нас дверь. И она закрыта. Угу. Понял. Атмосферненько. Так и что получается? Здрасте. Там кто-то дышит. Эй, слышь, бля. Блять. Ну, нахера я туда иду? Оно поднимается, что ли? Мазафака. Дверь закрылась. Какого хера, блять? Я еле ползу. Перестала дышать. Дышу только я. Блять, опять дышит. Ну, короче, по сюжетке надо, да? Туда. Почему, блять? Сука, я спиной пойду. О, так это ж Мия. Я ж говорил, что-то с ней не так. О, Мия, как я рад тебя видеть, ты такая красивая. Воу. Ни хрена в ней дури. А, Мия. Блядь, Мия. Сразу с ножом кидается, сопротивляться, левая кнопка, давай. Жму, блядь, как могу. Мия, сука. Слышь, ты за это ответишь. А, Мия, погоди, Мия, Мия, блядь, да, сука, успокойся ты, блядь. Я не знаю, я жму все кнопки, ребята. Да сверни ты ей шею тогда, дура ненормальная. Бля, ты представляешь, что такое лезвие схватить руками? Это жесть. Я не могу, я... А, блядь, мне в глаз дырчат, убери. О-опс. О. Я ее слышу. Она чувствовала, как она снова пробирается в меня. Убирайся, оставь меня в покое. Пупсик, ну, надо наказывать себя, но не так же жестко. Я поступила плохо, так мне не надо. На нахер. Мия, кто ты, черт возьми? Использовать аптечку, которую... О, нормально поплевался. И в смысле, у меня рука зажила сразу? Не, ребят, как будто что-то, вот знаете, вот наигранное в плане того, что... Ты че, вообще, что ли? Она мне руки ломает? Оставь меня! Да сейчас, блядь, что мне делать? Хватит. Что это? Топор. F, F. Быстрее, я, блядь, F, сука, нажимаю его. Так, правая кнопка, что это? О, атаковать. В смысле, я твою жену должен бить? На, сука. Ой, Итан, я погибла. Мне, ой. На тебе, сука. На тебе в рожу. На тебе с правой. Ауч. Ну ты меня разозлила. На тебя, сука, в шее. Ауч. Да что? На тебе! На тебе! На тебе! Опс. Она такая красивая, когда она не страшная. Ну, вы меня поняли, да? Блять, я зарубил свою жену. Серьезно? Бля, вот это было жестко. Хотел сказать пиздило, но это так... Так и есть. Так, топор надо за... А, нет, я ей не в шею воткнул, я ей воткнул в ключицу. Алло, блядь. Жить будет. Так. Я говорил, что какое-то наигранное... Я муж, я увидел свою жену, я должен ее взять в охапку и нести куда-то. А они такие, как ты знаешь, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все, вот они вот так вот разговаривают. Это как вообще происходит? Так, что вот это такое? Какое-то... Хз, что это такое? Не знаю. Горшок какой-то маленький. Так. Зазвонил телефон. С Мией мы ничего не можем сделать. Фу. А, у меня, может, аптечку опять в долбени. Где мой показатель жизни вообще? Ладно, алло.
Алло. Ох, не надо было тебе что-то там. Кто это? И что здесь происходит? Меня зовут Зоя. По идее, ты можешь пройти через чердак. Иди туда, немедленно. Зоя. А Зоя-то это еще кто такой? В смысле? Такая. Я понял. Мия, дорогая, ты встала, да? Смотри, ее нет. Открылась дверь. Скорее всего, вон там вот. Опа, топор. Так, с помощью топора-то, может, крушить ее? Теперь можем, что? Вот меня всегда поражало то, что нельзя ничего разбить. По физике, я имею в виду. Смотри, ты по торшеру вот так вот на топором, а он нихера даже не шелохнулся. Ну ладно, это все херня. Может, она в ванну пошла мыться, типа, от крови? Ха! Сука, я тут. В душе нету? На, нахер! Не, никого нету, ладно. Так, ну вот я не знаю, использовать мне... Вот, смотри, это ее рука, смотри. Кровь. Вот еще. Так подожди. Это же игра полна приколов. А что, если надо вернуться назад? Я тебе отвечаю, что может быть что-то можно сделать там. А, все, я понял. Не пускают больше. Хорошо. А стекло-то можно выбить? Тут же решетки нету. Ну, ясно, ты какой-то вообще. У тебя с глазами, ты все в порядке? Куда ты бьешь, идиот, если ты сказал стекло бить? Ну ладно. Короче, наша Мия ушла. Следовательно, наверное, лучше вылечиться, да? Окей. У нас будет еще один экшон с ней, да? Так, закрыть дверь. А, слушай, так мы в подвал-то можем попасть. Мия, я сыграю для тебя. Ладно. Мия, давай поиграем с тобой. А, сучка. Я тоже из бейкеров. Со мной шутки плохи. Так. Кстати говоря, подписчику спасибо, кто написал в группе. Скинул, короче, картинку, и там семья бейкеров сидит, и типа, Бонни, мы ждем тебя. Вообще, просто зачет. Вот такой вот палец вверх тебе, дружище. Те, кто не знал, у меня фамилия Бейкер как раз. И поэтому, бля, эта игра для меня сделали. Так. Хорошо. Что? А, вот этот... А, как не рубилось, так и не рубится. А, интересно, почему вот здесь вот убрали куклы? Когда они должны появиться? Ой, я эту рыбу не видел. Так. Дорогая, ты где? Кстати говоря, надо посмотреть, где тут у нас следы ее. Так, шифтуй. Ну, она же должна была где-то следы оставлять. Нет, в эту сторону она точно не пошла. Ну и в эту я не вижу, чтобы она пошла. Ладно, хорошо. А... Подожди, у нас же есть болторез, а здесь шкаф. Его ж надо вскрыть. Подожди, как же открыть вот этот замок? Бля. Дорогая, не шали. О, это нельзя здесь использовать. Топор? Нет, болторез нет, он только что его использовал. Где же может быть отмычка? На чердаке. Правильно? Давай откроем. Так. Здесь раньше у нас была кассета. Открываю. О, предохранитель, привет. Мия, ты здесь? Я ищу тебя, дорогая. Хм. И, кстати говоря, вот. Смотрите, сразу вижу изменения. Была дверь со стеклом и выходная. Вот. Со стеклом, короче. И, по-моему, такого красного цвета, что ли. Здесь были куча всякой хероты, и кукла падала сверху. Теперь этого здесь нету. И дверь почему-то заменили. Не знаю почему, но это странно, на самом деле, как минимум. Типа разработчики решили сделать хоть какое-то это отличие. Может, где-то вот здесь валяется среди банок отмычка. Сука, я хочу ее найти, ребят. Будем надеяться, что она лежит там, наверху. Пойдем. А, стой. Куда пойдем-то? Предохранитель же мне надо ставить. Забыл. Здесь ничего не появилось. Окей. Чувствую, сейчас предохранитель вставлю, и тут Мия будет носиться. Так, вот он. Все, готово. О, смотри. 1F, 2F. Вот это лестница переводится. И 3F.
Это везде, типа, энергия была, кроме этого. Сука, блядь! Итан, спокойно, спокойно, это я. О, спасибо, Зайка, я скучал по тебе. А что у тебя за руку? Смотри, у нее за спиной, я по тени вижу, сука! Предательница, блядь! Но все равно этого не стоило делать. Но сейчас я тебя рожу разобью, тварь. Больно, блин, было. Ты серьезно? Сука. Давай. Вытаскивай, блядь. Ну, сейчас я тебе, сука, 30 на живых. Ни разу не псих. Ну давай ты, сука, вытаскивай его. Я не знаю, что делать. Бензопила, серьезно? Быстрее, сука, вытаскивай это говно. Да вытаскивай ты его. Пизда. Все, рип. Нет? Ой, у меня же в глазах побелело. Моя рука, сука. Что говоришь? Мы продолжим, говорит. Обещаю, говорит. Сгори. У меня обрубок, твою мать. Это что? Аптечка. Нет, блядь, мне нужна... Доктор. Доктор. Где моя рука? О, рука. Серьезно? Я подобрал свою руку? Какого хера, блядь? Доктор, дайте мне хоть эту плиту газовую разжечь, что ли? Прижечь надо. Твою мать, мне нужна аптечка, я наверняка теку. Ой, блядь, что ж делать-то? У меня руки нет. А, лестница наверх. Серьезно? Я по... Все, отвалился окончательно? Че он руку опустил? Так, давай. Топор. Я могу топор взять? Комбинировать, осмотреть. Хули мне его осматривать? Один может? Во! Могу махать. О, записаться, сохранение. Правда, я без руки. Ну ладно. Сохранение. Окей, спасибо. У меня тут, правда, части тела не хватает. Тень, давай по теле спалим. Что у меня с рукой? Не, смотри, вроде неполноценная. Ну ладно. Так. Она сказала, что мы продолжим. И она, мать ее, с бензопилой. На этот раз она мне что, ногу отпилит? Сука ненормальная. Что это? Пистолетный под... Вот это Мия. Мы сейчас с тобой поговорим. Чокшей. Да. Так, а что? 7 патронов. Так, прицелиться. Понял. Аптечка. Давай, поливайся. Катрыл. Не хочет. Типа сама зажила. Херня. Прокатит. И не такое с нами делали, да? Так, хорошо. Без проблем. Ботинки всякие валяются. Так, здесь-то нигде? Чё-то он кряхтит. Ну, катырыл, нажимаю же тебе. Чё не это, не лечишься-то? Так, подожди. А что, если Мия нападет? Давай-ка вот с этим походим. Так. Я никогда не был на чердаке, даже в демке. Я один раз только одну концовку, по-моему, проходил. Так, ну я... Куда она делась-то, кстати? А, она же на... Что, я боюсь, если она по первому этажу ушла куда-то. Так, давай. Есть что? Нету. Кровать. Какая-то помойка зачем-то заклеенная. Зачем я... Сука, блядь! Я тут кому-то говорил тут двери закрывать. Алло. Пусть открыты. Мне тут душно. Так. Ну ладно. Автодвери, это круто. Так. Ну вообще в таких ящиках бывает что-нибудь? Так, ну там окно. По-моему, я видел, что через... Я не помню. Я даже не помню, как я проходил. По-моему, я проходил через главную дверь. А можно типа через чердак окно вот это вылезти. Ну что ты, давай. Что с этим? Почему он не попадает? Ты посмотри. А, может, приседать надо? Типа, ему длины руки не хватает. Еще патроны. Ясно, будет явная резня, ребят. Потому что патронов столько дали, это жесть. И знаете, что я предлагаю сделать? Сохраниться. Окно открытое. Пойдем. Что там такое? Ёб твою! Налево, назад! Это Мия, мать ее. О, дорогая, я тебя ждал. Ой, блядь, нет, не так, сука, не так ждал тебя.
Забудь обо мне. Ой, перезарядить. Быстрее, перезаряжай, ты по хероту. У меня ж обрубок, а не рука. Ой, на тебе. Слышь, не, что такая это, живучая-то. На тебе. Так. Бля, ее хэдшоты не берут. О чем тут вообще говорить? Лия, успокойся, блядь. Тихо, зайка. Я же скучал по тебе. Да ты посмотри, ну у нее от черепа ничего не должно остаться, блядь. Не надо меня жалеть, блядь, Катарил. Быстрее, сука, идиот, не перезаряжайся ты. Кажется, свои фишки я уже не восстановлю. Мия, ты такая сука. Вы погибли. Повторить попытку. Схватка с Мией. Мия опасна, когда впадает в безумие. Сделайте все возможное, чтобы ее остановить. О, перелистнуть. Перезарядка. Чтобы перезарядить, нажмите R. Мия, пожалуйста, F. У меня еще пистолета нет, серьезно? Так, ладно, мы знаем, что делать. Давай, все, вот это забираем. Я ж тебе, мудак, говорил, сука, лечись. Fine. Лечись. Сразу лечись. Может, ее топором загандонить? Сучка. Ну вот же тварь. Ух, опасная. Опасная. Так, я не помню, я находил что-то в ящиках или нет. По-моему, я нихера не находил в ящиках. Поэтому времени не будем тратить. Пойдем возьмем еще патроны. А, у нас здесь... А у нас только один выход-то и есть через это. Через окно. 39 патронов. Ну ты точно вылечиться не хочешь, мудак? А, мне надо было знать, что сделать. Так, назад сразу, назад. Пускай она спрыгивает. А я могу отсюда выйти? Подожди. Отлично. Будем брать ее здесь. Сучка, я готов. Может сесть? Прицеливание лучше. Нормально. Дорогая. Так, вроде попадаю, ждать надо. Ту-ру-т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 у. Какого хера? Я в тупик ушел. Бля. Мия, зайка, ты еще здесь? На тебе, сука. Последний патрон, перезарядка. Двери закрывай, идиот. Да двери закрой. Так, пока она пилит, будем сейчас мочить ее. Если это вообще реально. Может, это паром надо бить? Что ты скрываешь, Итан? Ничего не скрываю, твою мать. Это ты. Я, по-твоему, не должна узнать? Сука! Воу! Бежим! Так, ты ж тварь, ты ненормальная. Дай я сяду. У меня руки не хватает. Как же ты мотаешься? Убил? Убил? Я тебя люблю. И я тебя, зайка. Отпрыгнула. Победили. Контрольный. На всякий. Не, сука, я держу тебя на прицеле, блядь. Я тебе уже не доверяю. Так. Это не... Сука, идиот, блядь. Старый... Ай, напугал, блядь. Вот, у нас вот так вот заканчивалась демка, когда мы пытались куда-то там убежать. Открытое достижение. Сынок, добро пожаловать в семью. Вот же хер ненормальный. Так. Тащит меня, смотри, тащит куда-то. Хули у тебя жопа какая-то треугольная. Он, смотри, и Мию взял, и меня взял. Сейчас, сука, будет превращать, наверное. Ну, к деду попасть, это беду нам накликает. Я тебе отвечаю. Только не вздумай нам тут помереть, пока дело не сделаешь. О, рука. Степлер. Степлером придолбенило мне ее. И какой-то этот показатель пульса, или что это такое было-то, я не понял. И чё? А, загрузка, вижу. Оу, мне покушать принесли? Где я? Какого черта? Хули ты в меня кидаешь? Проснись и пой, Соня, пора ужинать. А, привет, сука, да мне что? Где Мия? Ешь, это вкусно.
А этому безмозглому... Да ты тварь, а? На, сука! Папка все сделает. Руку нахер. Маргарита, с дороги. Парень, ты должен поесть. Дайте ему поужинать, вот именно. Папка, дай поесть. О, ням-ням. Ну давай, не стесняйся. О, блядь, а что это за кишка такая? О, черт, черт, Джек, он не ест. Он не ест. Маргарита, заткнись, твою мать. Я-то, свали нахрен. Ты подонок. Ну, прости. Я хотел, чтобы это стало особым праздником. Ну-ка, парень. Да не надо ножом, дай мне мясо нормального, блядь. Сука, по зубам. Дед, тебе конец. И тебе конец. Выпустите меня. Давай. Ой, ножичек. Чтоб его. Небось, опять тот коп. Чёртовы легавы. Я вернусь. Окей, я тоже, сука, вернусь. Я за тобой смотрю. Привет, бабуль. Как дела? И что мне теперь делать? Так. А что мне теперь делать? Это... Поесть? Бабуль. С тобой все в порядке? Так ощущение, как будто она вот так откинулась. Хули ты мне башку поворачиваешь? Надо отсюда убираться. Ну, может влево... Ой, ой! Ох, нормально упал. Так. Все. Нормально. Адский стул. Все в порядке. Она живая? Я не понимаю. Моргнула. Живая. Ну что, ребят, я думаю, что продолжим с вами уже в следующей серии, поэтому не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки обязательно. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока.